Всем привет, с вами Дэвер2010, и сегодня мы разберем игру Человека-паука в PlayStation 4. И да, целых 27 костюмов Человека-паука. Не будем томить, начинаем. Так как вы сейчас видите, 27 костюмов Человека-паука. Первый у нас костюм — улучшенный Человек-паук, или улучшенный костюм Человека-паука. И да, забыл сказать, у каждого костюма есть своя функция. И да, у этого костюма есть тоже своя функция. Она называется боевая функция. Первый костюм разобрали, поехали дальше. Дальше у нас идет вот такой костюм. Как вы видите, он какой-то ободранный и плохой. Но выполнен он круто и качественно как раз. У этого Человека-паука очень крутая функция, называется паутинный цветок. Как вы видите, он может распылять свою паутину по всем, как оказалось, злодеям. Следующий у нас паук — это алый паук. Также мы видим, он выполнен очень качественно и очень круто. Один из самых моих любимых Человек-пауков. У этого Человека-паука есть функция, он может создавать своих клонов, где злодеи будут драться с клоунами. Но не клоунами, а клонами. И это, конечно, не очень полезно, но действительно круто. Дальше у нас идет Человек-паук Ноа. Тоже самый крутой Человек-паук из моих любимых Человека-пауков. Как вы видите, он выполнен тоже очень качественно. Могу вас удивить, что функции у него совсем нет. Но зато его очень легко получить, если выполнить какие-то квесты. Тогда вы его получите. Дальше костюм у нас вот такой. Называется костюм Броник Человека-паука. Он выполнен очень качественно и интересно. И что этот костюм ему помогает? У этого костюма есть очень крутая функция. Вы, наверное, поняли по названию, что этот костюм бронезащитный. Если, например, будут стрелять много пулеметчиков, тогда он вас точно защитит. А так костюм выполнен очень круто и довольно качественно. Дальше у нас идет Человек-паук Панк. Тоже очень довольно крутой. И как вы видите, этот костюм, у этого костюма есть функция. Он берет гитару и делает такое типа силовое поле. И да, ребята, это еще не все. Еще здесь много есть костюмов. Ладно, ребят, заканчиваем. Ждите второй части. Всем пока.